Всем привет на другой жизни. Наши лесные изыскания продолжаются. Сегодня запланирован, как обычно, небольшой июньский выход. Разведка. Суть в чем? Продолжаем искать холмики на берегах рек. Нашли еще одно интересное местечко, перспективное достаточно. Идти до него не очень далеко от машины. Снимаемся из машины, как бы почему? Потому что комарье не заканчивается. Уже просто живого места на теле нет. Все сожрано. Сейчас я буду кепку одевать сверху, сетку одевать сверху. Еще что-нибудь одевать, потому что скафандр, короче, останется, надевай. Вот такая история. Идти вот туда нам по диагонали. Мне сейчас любой это примерно привяжется. Смотрим по топографической карте. Ярко выраженный холм. А на соседнем таком холме мы в предыдущем видео птичку с перстеньком подымали. То есть прозваниваем поэтапно каждый возможный, скажем так, перспективную полянку, ну, вот холмик на вот этой речке. Пока есть такая возможность. Хотя трава уже высокая. Вот такого сейчас вам лосика сняли. Забавный. По-моему, это лосиха была, не знаю. Потом сейчас уже на видео-то будем потом пересматривать, когда монтируют. Но похоже, что это лосиха. Не боится. Подъехали на машине к ней. Ну, метров сколько? Метров 50, наверное, стояли от нее. Ушами хлопает, смотрит. Интересно, конечно, смотрит, но не убегает. В итоге так и уехали. Она так стояла. Кусты подстригала. Короче говоря, одеваемся и выходим. Времени немного. Времени часа три на все про все. Пока встанет солнце. 8 утра уже все. Труба. 30 градусов жары, там 27. Для нас это неприемлемо, к сожалению. Пойдемте. Выдвинулись. Нам вот туда, вот за этот прогал, за полянку. Здесь сейчас был сигнал один конина, рядышком крестик, но мы его сломали. Ну он лепесток, да, он рыхлый. Хруп. Интересно, что здесь они валяются-то вместе. Дорога здесь, да? Ну да. Вдоль поля. Может, вот это она и была? Да, да, вдоль поля похоже. Вот по ней потом прогуляться. Ну, когда будем. Да, да, да. Вот по этому, вот по елкам по этим. То будет прикол. Искали ее, да не там. Но это немножко к этому не относится. Нам сейчас вот туда. Прошли вот эти зеленя поля. И начинаются вот такие вот ельники. Они как раз вот на этих холмиках. Он такой, как кря... на берегу реки. Да, кряж идет, вон там в зарослях река. Ну и вот первое упоминание о древних народах, ножичек. О древних жителей. Да. Yes. А это первое, что вот почему ориентироваться нужно. Так что тормозим, крутимся. Не факт, что мы до того места дойдем сегодня, блин. С такими приколами. Продолжаем крутиться на данном объекте. Такая находка. Гирька. Смотрите, какая офигительная. Кругленькая. Кругленькая, целенькая. С наростом с таким. Нарост уберем. Вот так вот сейчас пойдем здесь, 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 и вот в тот пролесок. Дай бог, сегодня успеем.
Хотя бы, ну, понятно, что здесь все не прозвонишь, но мы сейчас пытаемся привязаться к объекту, ну, как бы к точкам. И понять, что, где, как. Следующая находка. Там еще один был кусочек ножа. А, и кусочек керамики. Ну, это раннесоветский, позднеимперский. Так, а здесь у нас пломбочка. Сейчас покажу. Где солнышко-то? Елки-палки. Во. Винская. Что это значит, я не знаю. И какой-то символ. Как будто буква А. Перечеркнутый двумя палками. Ну, да. Здорово. Вообще обалденный лесок. Вернулись на ту же, в ту же леснину, откуда вот начали снимать, где сейчас ножички находили. Туда прошли дальше еще, нашли подкову, скаканин, но больше ничего такого. Сейчас вернулись в начале вот здесь полянки. Еще один типа ножичка, ну какой-то инструмент. Ну, короче говоря, сейчас продолжаем крутиться здесь. В целом-то как бы разведка удалась. Мы нашли здесь упоминание о той эпохе. Самое главное. В итоге сидим, курим очень быстро, передыхаем. Потому что сидеть особо невозможно. Комарья повылезала в 7 утра. Мы столько курим, сколько дымим. Дымим, да. Чтобы они хоть не велись здесь. Хрен бросишь курить, потому что постоянно ходишь вот в такую погоду с сигаретой. Просто дымишь. Они хоть отстают, а так фактически сжирает, конечно, до костей. Фух, ладно, еще час где-то у нас есть покружиться здесь. И будем подводить итоги. Ну что, друзья, вернулись к машине. Времечко уже. Все. Жарко, солнце высоко. Не каждая разведка, особенно по Домонголу, дает прям офигительные находки какие-то. Да, вот в прошлом видео две отличные находки было. В этом наметки нам дали в виде ножичков, старых инструментов и прочего. Естественно, мы сюда будем возвращаться не раз. И не два, и не пять. Еще трава когда сойдет, комарьё. В начале ролика вы видели замечательного лося. Так вот вам миф. Волшебная охота на лося. Лосю обские угры приписывают небесное происхождение. В давние времена он имел 6 ног и мчался по небу так быстро, что никто не мог догнать его. Тогда на охоту отправился некий сын бога. Или человек Мось, первопредок обских угров, на лыжах из священного дерева. Охотнику удалось согнать лося с неба на землю, отрубить ему лишние 2 ноги. Но следы небесной охоты навсегда запечатлелись на небе. Млечный путь – это лыжня охотника. Плеяды – женщина из его дома, большая медведица – сам лось. Небесный же охотник с тех пор поселился на земле, где было изобилие дичи. В другом мифе охотник, младший сын небесного бога, гнался за волшебным лосем по земле. Дело происходило в начальные времена. Сын бога по имени Мирсуснехум заботился о будущих людях и переживал, что они не смогут догнать лося, которого бог создал 6-ногим. Сам герой женился на земной женщине, и тесть не любил зятя, дразнил его тем, что у того в животе булькал лишь налимий суп. Первые люди еще не ели мясо. Тогда зять решил догнать 6-ногого, а тестя взял с собой. Тот ворча согласился. Ему хотелось отведать лосятины. Вспугнутый лось помчался с такой быстротой, что его следы затвердевали, прежде чем люди успевали к ним приблизиться. Но голос свыше призвал сына не отчаиваться, а преследовать лося до священного озера, что в центре мира. Но и на священном озере охотник не смог догнать лося, голос свыше указал ему еще более дальний путь – к озеру в конце многорыбной реки.
На волшебных лыжах, переступая через пять лесов, герой наконец догнал лося на острове посреди озера на краю мира. Здесь он отрубил ему лишние ноги, а потом разделал тушу. Шкуру зверя он прикрепил к небу, она должна стать зарей, отмечающей начало дня для людей. След его также прибил кончиком лука к небу. Это звезды, по которым смогут ориентироваться люди. Лося он заклял, чтобы зверь уставал и позволял обычному охотнику догнать себя хотя бы на второй день. Сердце и язык лося герой решил отдать обижавшему его тестю. Но старик был еще далеко там, где охотники только вспугнули лося. Обрадованный тесть отправился готовить мясо, а зять оставил его в лесу и заклял сварливого старика. Пусть он заблудится и погибнет. Этот миф повествует не только о происхождении лося, но и о происхождении охоты. Слабосильный охотник гибнет в лесу. Вот попробуйте полазить вот по таким вот. Не случайно враждебному мифологическому герою оказывается его тесть. Ведь он принадлежит иному роду. А в родоплеменном обществе инородцы были врагами. Вот такая история. Извините, что язык заплетается. Уже устали, естественно. Прикольно. И опять же, символично. В начале лось и в конце лось. Продолжаем поиски древних поселений. Продолжаем изучать древнюю мифологию. Спасибо, что с нами гуляли в таком замечательном весеннем, ну уже, наверное, летнем лесу. Дышали свежим воздухом полной грудью. На этом откланиваемся. Всем спасибо, здоровья и пока.